успел. Буквально секунда и город исчезает. Toyota Caldina 1996 4x4 3S engine FE Great engine. Нечаянно овердрайв что ли нажал и не видно. Неужели на четвертой передаче, на третьей ехал? Кожаный руль. Climate control, weather. Only 73,000 km. Just landed from Japan. Got new tires. Runs great. Что еще показать-то? Поздравляю, братва. Triple G Геннадий Геннадьевич Головкин сегодня выиграл бой в Японии. Кто боксом интересуется? Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены, да? В общем, overall, it's great car. Super. Nice condition. Just needs detail. Change oil. Simple maintenance service. В общем, едет шикардосно, да. Прям, ну что вам говорить? Кто Калдину или Корону бочку не знает, да? Супер машина. С 3S мотором. У него, кстати, вроде чуть поменьше лошадей. Ну, хватает тут. 3S обычно седание 140 лошадей, а у этого может быть 130 или 135. Не помню там с дрома. Кто знает, поправьте. Ни ржавчинки, ничего. По-моему, почистим, видео сделаем. Сейчас переезжаем, времени нет. А, вон центр, да. Вон подсвечивается. Тут светло зимой. Полгода вот такая зима. То дождь, то туман, то туча. То понос, то золотуха. Ладно тогда, до связи, да? Ну, давай сюда, сейчас перестроимся. Может там мой товарищ сзади идет на караванчике. Мистер Том, 55 лет. Так, что еще рассказать-то? Включим джаз. А, антенна вот только сломана, да. Наполовину выехала и состряла. У японца, видать. Dual airbag, ABS. 2 liter engine, 3S. FE. 4x4. Что еще сказать про нее? Roof rails, rear spoiler. Задний спойлер есть. По-моему, два даже. Dual spoiler. И этот, и идет шикардосно. У нас есть еще 3S GE, у которой 170 лошадей. Ну, та обороты любит. Там на 1000 оборотов больше у нее. В общем, красота. Вон, смотрите, город. Это центр. Или как это? Центр. Все, загружаю видео. Всем здоровья, мира. Peace. See you later.